Всем привет, зрители и подписчики наших каналов. С вами Жека Дрожа. Всем алоха. Виталий Вульферин. Здорово. Ну и я Скиф, и мы продолжаем играть в Don't Starve Together. Я забыл, куда я шел. Мы шли бить бифала. А, все, точно, бить бритвами бифала, да. Да. Бить бритвами. Кстати, бифал. Надо побольше камышей насобирать, потому что это надо. У нас тут около базы говно. Полнолуние. Я буду Михалыча ростить. У Михалыча. Маленького. Из яйца. Подобрал. То есть у кого-то Висесуали, у кого-то Михалыч. Ну, понятно, какие у кого ценности. Сюда, вот в эту червоточную. Черт, вообще. Да. Мы сейчас за говном и пошли, Виталий. Да черт. Ну я, в принципе, могу. А, нет, мне траву не хватает. А ты... Подожди. А, сначала Честер появился на червоточине, потом ты... Нифига себе, он срезал где-то. Да. Срезал. Подрезал червоточине. Тебя. Подрезал тебя. Ну смотри, ты вот этих собирай, короче, говно, а я к дальним побежал. Ну, чтоб не это. О, тут этих... Я пока траву. Кстати, прохода в подземелье. Когда пойдем в подземелье, кстати? Я уже готов морально. Ну, к зиме ближе. Морально? А там зима же тоже в подземелье. Там да? Не зима, там капает просто. Ну, капает. Там прохладнее, но там капает. По-моему, раньше... На самом деле... В подземельях не так сложно выживать. То есть, минус какой? Рассудок? Грибов там завалить просто, чтобы рассудок поднимать. Ну, руин нету, в руинах как бы веселей. Ну да. Ну, сравнил попу с пальцем, как говорится. Ну, руины добавят. Что-то вот странно, кстати. Они какой-нибудь шипфрикет или рок изначально. А рок сразу, по-моему, зарелизился без раннего доступа, да? Да. Да. Ранний доступ на шипфрикет. Но шипфрикет-то нестабильно, что-то раз в месяц где-то, да, получается? Или раз... Раньше игра каждую неделю апгрейдилась при... обновлялась при еще Early Access. Вот это я помню, там еще Вилсон с топором так стоял, типа 6 дней осталось, там 5 дней осталось. Это раньше. Но вот, это... вот были времена. Сейчас ленивые стали. Или может какой другой проект готовит, хрен его знает. Ленивый, не ленивый, ну костер, кстати, не сделай, Скиф. А я вот бегаю их, как бы пугаю, чтобы они гадили. Ну, я просто тебе говорю, костер не делай, чтобы их брить, потому что будет полнолуние. Что ты делаешь? Я вижу. Зачем ты их пугаешь? Думаешь, они так срать будут? Я сейчас жду, пока они уснут, и я тогда нападу с бритвой. Я представляю, бифала стоит, есть Скиф такой сзади. Бу, оно. В него. Но это, как говорится, кому как. Скиф. Не обижайся. Я просто почему-то вспомнил этого Джим Керри, как он из носорога вылазил. Да. Ну, я надеюсь, ты влазить в них не будешь. Где говно? Где титанатор? Да. Я, кстати, в аккурат представил обратный процесс просто. Так, спать. Так, они спать-то будут в полнолуние сейчас? Да. Было бы прикольно, если бы еще бифов каких-нибудь этих превращались. Да сейчас. Ты их поври, сейчас превратятся. Ребят, вот, надо будет еще травкой кормить, а потом этот седло и оп-оп. Если их много травкой кормить, и на них потом такие дреды вырастают, знаешь, они чернеют. И они рэп начинают петь. Господи, черный бифал. А рэп уже есть бифал. Бифало. А, ну да. Бифало. Это рэп. Это ори... Как это? Орево. Поэма, нет. Орево. Какое понево? Орево будет весной. О, ну, почему и осенью же, не разве? Не знаю, когда краснопопье, когда и порем. Так, нормально, 21 единица шерсти. Логично. И вы бы говна лучше 21 единицу принесли. 7 говна, они не вывозят столько. 18. Вот Джека, видишь, он знатный пугальщик, он точно... Я говноносец. На моем гербе кусок говна. Я не обижаюсь, когда говорят, что мне герб говно, да? Да. Герб говно. Да, ладно, все. Так. Нет, ну просто говенный художник был. Говенный. Да, это слишком мягко сказано. Причем да, как у тебя столько говна, когда у тебя тут три бифала, у меня там долбанное стадо. Ты как из них выжил просто? Это секрет фирмы, Стив. Так, это. Они унылые, как баллонки такие. Одного не успел побрить. Смотри, тактика. Я этого брею, ты собираешь. Нет? Ну, не, ладно. Как вы их брить будете днем, мне интересно. Не, их можно было раньше побрить, но... Почему-то теперь нельзя. Ну, это где-то в какой-то очень ранняя альфа-версия. Какой-то... У меня почему-то это в памяти осталось. Эрси. Детская травма, как брил бифала. Да. Бифалу.
Им анимацию еды давали, как они едят траву. А иногда она лагает, и просто это комочки, комочки шерсти такие. Ну, короче, ладно, как мохнатые яйца, короче, выглядят. На Together у них, по-моему, наверное, меньше всего народу работает, потому что вот над коопом, потому что он как-то уже, сколько он уже, года полтора в раннем доступе? Да? Ну да. И что-то как-то у них не особо-то дело продвинулось за это время. Ну, бывает. А что, тут нечего и добавлять больше, они, мне кажется, просто-напросто обновят. Ну, этого они не хотят, видать, ленивые просто. Дело в том, что они просто обновят Shipwreck, да, Shipwreck, да, Together, и все. Вот это будет весело, каждый свой... Ну так будет, чё? Ты сомневаешься? Я нет. Конечно, у каждого свой. Каждый свой плот, да, там. Флотилия целая, адмирал там. Они, может быть, даже, мне кажется, сделают обнову какую-нибудь, типа, сделают для каждого свой плот. Ой, господи. Сделают, ведут двойной плот на двоих человек. И гребля такая. Не-не, всё тлен. Самое важное — скины на кораблике. Скины на кораблике, да. За 200 рублей штука. Нет, ты покупаешь ключ... Ключ за 1000 покупаешь, а тебе выпадают кейсы. Ты чё сюда пришёл, Виталий? Из бифола выбиваешь? Просто... Мне скучно. Пойду бифола пугать, чё. Бифоло. Такс. Я Костик, Костик, Костик. Так, а когда мы на пчелу пойдём? Ты ударился сейчас? Честер, ты что со Скивом сделал? Чем ты его там наказал? Опаньки, сколько здесь кустов ягодных. Ягодных. Говно собрали сколько? 22. А у нас уже насадили, кто не занимался посадками? Смотря чем. Ягод кустов. Ну да, там немного, но есть. Так, надо это все вырыть тогда. Я траву пересажу ближе к базе, потому что там ее очень мало. А, здесь какая-то, короче, сейчас мы это вырыем. Ага, у меня нет лопаты, ничего я не вырою. Надо иметь лопата, у тебя в тестере была вроде, не? Или мне показалось? Скиф, ты где? Ну-ка. А где скиф-то? Ну, что, не видно на карте, что ли? Нет, видно. Когда рядом, вот меня и Виталию сейчас не видно. Я тебя не вижу. Я тебя не вижу. Да, не видно. Так, кокон я садил? Да, я вроде кокон садил. Надо быть паутины нафармить нам на шапке. Надо бы. Надо бы. Только надо их как-то фармить. А как фармить? Ну, с твоей... Абигейлой, что ли? Абигейлой. Абигейлой. Антошка! Антонио! Выкопай мне картошку, да? Так. Блин, да тут еще кладбище в лесу. Срань господня, я нашел этот... Да. Так. Это срань господня, это какие-то святые мощи, наверное. Типа того. Святые, я бы сказал, остатки. Остатки. О, кусты. Ладно. Женя, пауки. Женя, много пауков. Женя, пауки. Грибы, грибы. Зеленые грибы. Зеленые грибы, это что? У меня, кстати, рассудка пнутый. Ты пособирай там грибы. Грибной скиф. Еще можно скины на Честера, кстати. Ну, они есть, грубо говоря, можно сделать. Ну, ну нет, это вариация. А можно. Там будет за тобой танчик такой ездить. Это обнова World of Tanks, да? Да, там или еще что-нибудь. Ну ж не стоит, а. Или бегает за тобой осел, это ближе к Доте 2, там вроде у них там ослы бегают. По всей карте. Не, я не там, но. Ладно. Да. Не обижайтесь. Эслы, не обижайтесь. Вот это уже не я сказал. Так, а у нас карта здоровая. Здоровая, да. Ну, вроде стандартная по настройкам-то. Это стандартный размер, я проверил. О, ёп. А что за глюк? Какой еще глюк? Пауки. Виталий поймал глюк и не делится, смотри. Ну, как ты думал? Говорит, так, оставлю этот глюк себе. Ну там, да, Виталий, так-то пчела близко к нам. На бесконечную еду глюк, да, Виталий? Да. Блин, тут еще куча ягоды. Куча ягоды у Скива. У меня дробь. У меня топора нет. Африки Скива вот такой ширины. Шаприк.
Виталия какие-то глубокие знает познания, скифские. Скифские познания, это всегда хорошо. Такс. Давай, Абигейл, мочи их. Что еще, кстати, блин, прикольно, то, что Честер, он более-менее адекватный с компаньоном, он как бы нормально двигается, он не тупит особо нигде никак. Я тебе не а верю. Вот Пакем, а Пакем это такое затупочное летучее. Ну, потому что он летает медленно, понимаешь, по Пакем? Морю особенно. А, ты, этот, который не успевает за тобой. Так, страшное дерево, наверное, срубить. Зачем тебе страшно? Какой же ты страшный, я тебе срублю. Ну а что, эту шляпу с них делать же надо. Надо? Ну шляпу с них вообще-то из кролика делается, а не из этого. Ну бревна на этот пойдут потом, а что там, туда. Magic. Да, на манипулятор. It's got a magic, magic. Yeah. Yeah. Там по болоту гуляйте, обязательно камыш собирайте. Его очень много понадобится, потому что я нас знаю. Я паучи собираю, ох. Мы задыхать будем. Ой, майн рассудок падать очень быстро, это плохо. Так, у меня грибов куча, надо грибами пожраться. Как там рассудок восстановил? А, грибы. Птичка, ты чего тут спишь одна на солнцепёке? Женя, какой солнцепёк, матери божьей? Луннопёки! Луннопёки? На луннопёке. Текс. Так, чем вообще рассудок-то приподнять пошустрый? Я грибы жру. Грибожорушка. У тебя же сведённые грибы, Скиф, ты же сам говорил. Да, есть с собой. Ну вот. Берешь это и жрёшь. То, что надо. Пойду пожру грибов, посплю. Стандартный день Виталия Вульферина. Кушает грибы. А ты думал? А ты думал, откуда у меня такие эпичные ролики? Ну да, вообще прям эпично зашкаливает. Он же в небеса там влетает просто. Влетает в небеса. Так, что мы эту фигню будем выводить? Иди сюда, яйцо. Выводить? Надо это. Надо это ферму. Ты еще про пятна на своей одежде, Скиф? Я хочу Потапыча вывести. О, все. Я сейчас тут добегу. Вот ты же вроде говоришь, что он по-другому как-то зовется тебе. Как? Потапыч, так он и говорил. Потапыча его назвал? Так, я не исследовал еще только шпион. Про кого? Про Матвеича? Ну, про Федорыча. Ну вот. Какой разносторонний Скиф. Потное яйцо, иди обратно. Это чувство, когда у Скива пот, блин, не надо. Выскочило. Нет. Нет, фантазия, успокойся. Просто нельзя яйца в костер пихать и очень близко к ним ложить, понимаешь? Класть, Скив, класть. Неважно. Да хоть... Ложить я хотел на твою класть. И точки. Живенько так, прикольно. Грибов закинуться. Один из них. Цветы собирай, они хорошо восстанавливают. Я иду домой. А, так. Я иду домой, всегда готов. Так, а что у нас тут всякое? Сразу тракнуть несколько котов. Такой молодец, Виталий. Да. Разнотракальщик. А, у нас жертвенное сердце уже тут заготовочки. Ну, это ж кто-то там пожертвовал. Я сделал. Так, стопэ, стопэ, шапка. Из чего там делается? Своих хп, засранцы! Драгоценные! Какая шапка? Так там паутина надо, Скиф. А, еще паутина нужна. Да. Блин, надо было бифала убить, тупо рогу. У меня есть 11 паутины, надо? Надо. Тащи, о, тащи, надо. Тащи сюда. Тащу. У меня есть 21 шерсти, сейчас мы шапок нафигашим. У меня 20... 38. Чего, говна? Шерсти, 22 говна. А вот же топливо у нас, господи, что я. Это хорошо. Что там, бревна тратишь? Вот, Скиф, вот наказать. Я тоже. Где, какие бревна? Ты про что? Наказать. Те, что в сундуках возле костра лежат, такие заманчивые. Хватит женщину в костер кидать. Расчленить. Ой, Скиф. Мы живем в цивилизованном обществе, хватит кидать женщин в костер. Так. Сексизм ни разу, нет, не слышал. Нет? Какой сексизм? Проблема в том, что надо, походу, так. Еще один громоотвод, потому что мне не нравятся кусты дальние, вот эти трубы. Тут, по-моему, на полтора экрана громоотвод достает. Да? На пол. Типа да, того. Пол. Полтора разве? Ну, я не писаешь, уверен, что, я что, помню, не что писаешь, где-то... Что на экран. Ну ладно, поставь. Ну, в радиусе экрана точно, по-моему, даже чуть дальше. Ну, будет супер защита там, я не знаю, ну, понаставьте эти громоотводы. Ну, можешь громоотвод 5... с другой стороны поставить, просто так по красоте. Можно вообще ему и утыркаться, и обмазаться громоотводами. Неужели это все мое?
Золота не хватит. Можно забор из громоотводов вообще построить. Циклопанин приходит, вот током убил. Но напряжение пустим, и все, нафиг, боссы пошли. Это, кстати, нелогично, серьезно. Сделали бы... Ну, моды есть, которые используют громоотвод, как электричество, допустим, проводник. Ну, а сделали бы реально. Они же хотели электрический биом сделать когда-то сами, клеевцы. Вольткозы аж оттуда это взято. Сделали бы, что бьет молния в громоотвод. И по проводам, провода аж есть там, ё-моё, в игре. По проводам как-то свет дает. Да. Так что, блин, можно было с куча всего замутить. Подобие электричества. Тесла. Новый персонаж, Тесла, все. Тесла. Чё бы это? Или Эдисон там. Так, надо грядки, наверное, на это намутить. Да, я могу тебе говна дать, у меня есть еще. Я потрачу сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Говно, говно. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Лягуха, не трогай меня. Шапку на зиму надо. Говна ты где, Виталий? Чеши. Чеши. Чешу. Чешир. Кидай, я тебе и себе сейчас шапку сразу забодяжу. А мне нет, да, вот нормально. Кооператив. Ты жрал, у тебя есть там что-то все. Ну все есть. У него все как грец. У тебя есть одна паутина? Каска. Каска у тебя? Так, нашел одну паутину, сейчас все будет. Жека застрахован, короче. Так, ну зимние шапки, понеслась. Одна. Вторая. Третья. А, говно. Так, я сделаю. Спасибо. Так. Пусть ты удобрите, ребят. Да я пока не хочу. Тонко. Шапку возьми. Ты зачем выкинул? Сейчас он схватит, блин. Кто? Честер, что ли? Да кто Честер? Он там, он бегает, шальной паук. Сейчас прикиньте, обезьяны набежали. Да-да-да. Ты думал, скрылся, скотина? Иди сюда. Да-да-да. Ты не уйдешь. Так, ставлю вот здесь сундучок для веточек. Камней, там, палочек, что-то такое. Забор. Так, главное яйцо, как его? Да не буду его трогать. Виталий, я помню твои эти вот эти навыки. Безошибочно предугадать, когда появится детеныш, притвориться его матерью. Что? Я не виноват, он сам. Так, а что? Виталь, вот отсюда забери, тут есть говно вот в этом сундуке. Так, а кому надо? Кто у нас грядками займется? Ну, я тебе говно отдал. А, видимо, я у меня один говнофил. Ну, на тогда, Виталя, сади грядки. Говно это сюда. Мне только надо эти, сейчас удобри тогда. Говно всякое. Так, шерсть надо тогда скинуть, а куда нам она? Можно ковром тоже наделать. Обмазаться ковром. И коврами обмазаться, да, тоже. Так, ладно, тогда я займусь кое-чем другим. Что-то говна-то не хватает, что вы мало принесли. Так, а ты все говно не трать там на грядки? Ну, на одну хватит. Ну, хотя бы одну для начала. В смысле на одну-то? Я поудобрил, кусты, я ж кусты принес. Шесть. Что шесть? На один улучшенную грядку надо. Товарищи. Еще ведра с удобрениями неплохо делать. Что ты ищешь? Камни я ищу. Где камни-то все? А сколько нужно? На, 40 штук, вот. Ну, мне мало. Ладно, 40 бери. Ну, мне мало. Так, куда фермы-то ставить, ё-моё? Давайте кто-нибудь сверху, наверное. Давай мне 20 штук своих. Но в пустыне не очень. Скив, давай мне 20 штук своих камней. Так, где ты там? А биом можно же пересадить. Подождите, давайте. Подожди, еще дам. Сейчас. Нет? Держи. Подожди, это были биомы здесь. Пересадить, да и все. Какие биомы? Зачем? Что? Зачем тебе биомы? Сюда берешь и садишь. Зачем? Чтобы было, Женя, чтобы садить. Не, а серьезно, зачем? Чтобы садить. Так, я хочу вообще-то пчелу. Зачем? Я и биом нарыл специально, чтобы топить его. Ну чуть-чуть это... Что? Я сейчас стену хочу построить. Что ты делаешь, Виталий? Я специально выкапывал. Что ты творишь вообще? Я хотел грядки. Где грядки-то садить? Ой. Так, я только хотел отойти, но ночь. С другой стороны да посади. Вот там. Подкинь, хорошенько подкинь. А у кого-то красотка мало. У меня 85. У меня 132. А, ну это у тебя. У меня 116. У меня 132, не, значит, у кого-то из вас. А подожди, я одну ферму. Кстати, я одну ферму. Ты поставь одну ферму, я одну ферму изучил. Она у меня изучена, я ее могу поставить. Ну куда ее поставить? Мне. Ткни пальцем. Такой в глаз. Сюда что ли? Нет, дальше. Я тут забор буду огораживать. Да? Вот здесь где-то, да, где-то. Ну только ровненько как-нибудь поставь, я не знаю. Да, я что я следующую поставлю, вот, допустим. Так. У меня 4 вот. Говна осталось. Я наоборот как-то так. Ну, пусть будет так, ладно. 4 говна еще есть. Тут еще достать где-нибудь говница.
Бифала, можно еще раз рейд сделать на бифала, чтобы там убить их? Можно этих коз поубивать, кстати. А смысл от них? А, мясо. Ну только мясо. Ну и там биф, этот, как он? А, этих козлов, что ли? Да ну нахуй. Мамонты то выгоднее, мне кажется. Ну я пошел немножко еще камня добуду. Надо какую-нибудь бы стену все-таки сделать. Так я делаю стену. Да? Камня? Да. Ну, сейчас, ну, правда, один ряд пока, но там... Ну, сейчас посмотрим. Я тогда еще камня добуду, тут камня-то много надо. Жень, тогда возьми вот еще камень. В принципе, я, наверное, сейчас камня добуду и пойду в этот... Надо в подземный мир сходить. Пошел так, я за травой. Зимой же собирались, не? А когда зима? Яйцо! На какой яйцо там кипит. День-то? Кипит, ну возьми его, что? Яйцо, его, яйцо уберите, а то да. Ну сейчас Женя тогда мамой станет, что? Да не, еще рано там, еще дня два, наверное. Вот. А, ну ладно. Ну я как всегда вовремя подойду. Да. Опа-па-па. Так, через 6 дней получается у нас. Ой, через 7. Зима. 21-го, да, где-то дня? Типа, да, 21-й зима. Я уж не помню эти сезоны, блин. Или они такие же, как Шипурикет. По идее, то же самое, что в Шипурикете. То же самое. Скейф, тут крот ползает, тебе нужен? Зачем? Че? Поглумиться? Оф-оф-оф, слепой. Ну так идет скиф по улице такой. Там говорит идет кто-нибудь. Дядька какой-нибудь слепой. Да, слепой. Скиф, смотри, слепой. Ай-яй-яй, скиф, ай-яй-яй. Не стыдно, да? И правильно. Стыдно, когда видно, да. Тоже неплохо. Так. Слушай, а гнили уже тоже удобрять можно, Жень? Ну, конечно. Да? А, ну. Там, я насколько понял, сам не особо знал. Ну, там есть типа не мега-градация. Гниль удобряет слабенько, говно мамонта, ой, ну, мамонта или свиньи, или бифала удобряет средненько, а говно летучей мыши удобряет очень так хорошенько. Ну, типа гуана, все дела. Гуана, да-да-да. Ну, а почему так странно? Хотя, но, блин, по-моему... Потому что оно белое, Виталь. Расизм процветает даже до 100. А, ну да-да, потому что оно черное, там все дела. Это как на Оскаре. Да. О, не, о, ну да. Хоть получил, ё-моё. Да, а, я про, да, мы про другое, мы про другое, типа то, что там уже взвыли, то, что нету ни одного черного, типа. Ладно, там у них идиотизм крепчал. Типа дизлайк отписка. От Оскара. Ну да. Так там зато как бы решили оправдаться, черного выставили, а он там, речи зачитал. Да, кончился камень, скиф, добытчик камня. А, на. Ниды рок. На. На. 34 камушка. Какой-нибудь трава есть? Еще пошел еще за камнем. Виталь, я же сказал, вот сундук, вот тут нет. Сундук, я там траву сложил и ветки. А, ну, я не услышал, я думал, что там только ветки. Ой, ну ладно, сейчас тогда шляпу себе сделаю. Зачем тебе шляпу? Ну я хочу эту сделать, тоже каску, то бегу как. Там есть этот, у меня, кстати, вот 2 золота на тебе. Там же есть в сундуке было. Ну, просто забери у меня, мне зачем. О, перекати поле, перекати поле, перекати. Стой! Кстати, перекати поле отличный, да, этот. Стой! Подсадил вас на перекати поле. Да. Стой! Не, вещь-то офигенная, реально. Я помню, стой! Просто пошел гулять, стой! Пока гулял, полные слоты набрал, травы. Сакура! Стой! Так, улучшать каменные стенки до максималки, да? Да, 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 у нас будет лютая стена. Неплохо, веревку с нее выбил. Предлагаю одной из целей сделать максимальный апгрейд и обкрасивость. Обкрасивость есть слово такое вообще? Будет, короче... Обофигительность. Обофигительность, типа. Да. Я понимаю, что ты очешуенность, очешуенность, короче, это, и базы повысить. Зашкалить за очешуенность. Шкалит, да, чтобы. Да. Проблема в том, что придет циклопушка, если мы его будем тут на базе встречать. И а все, мы не надо его там на базе встречать. И очешуенность засунет нам ты куда подальше. Ты его с хлебом солью пытаешься или как там на базе встретить? С хлебом солью? Червоточине его там, на той стороне встретим. Ну, это дело хорошее. И на этом можно и закончить. Ну, давайте. Так, давайте потихоньку тогда. А, так у нас уже вечерело, да. Разве сейчас я сейчас поймаю перекатюшку. Все, окей. Перекатюшку. Катюшка, перекатюшка. В любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на наши каналы, ставить лайки, оставлять свои комментарии. И с вами были Виталий Вульферин. До свидания, ребят. Жека Дрожа. Всем пока и скиф. Покедова. Он самый.